Давайте будем рядом в трудный час. Давайте никогда не будем злиться. И если кто-то вдруг обидит нас, не станем воздавать ему сторицей. Давайте будем бережно хранить кристаллы чувств, что нашу душу греют, и близкими своими дорожить, ведь люди так стремительно стареют. Давайте никогда не обижать и помогать родителям, чем можем, ведь сколько им осталось жить, и кто на свете ближе и дороже. Давайте чаще говорить с детьми, им очень важно знать, они любимы, и пусть давно уж выросли они, но, как и в детстве, до сих пор ранимы. Давайте внуков будем обожать и получать невольно наслаждение, ведь бабушкам положено прощать и вкусное готовить угощение. Давайте будем чаще отдавать, делиться тем, чем жизнь нас одарила. Давайте никогда не унывать и не жалеть о том, что в жизни было. Давайте вспомним тех, кого уж нет, кто в нашем сердце остается вечно, и только эхо через толщу лет к ним долетит по переулкам млечным. Давайте будем радоваться жить. Иметь работу – это очень важно. Пусть дети наши будут дорожить, а остальное, в принципе, не важно. Пусть прошлое уходит старый год. Прощаясь с ним, встречаем год грядущий. Он полон будет радости, забот, но в жизни человек всегда ведущий. Здоровья всем желаю в Новый год. И никогда по жизни не сдаваться. Поверьте, непременно повезет, и все на свете будет получаться.